Фулл бис шмот выдал, еще надо грудь, запы выбить бис. Ролекс, у меня нет джинсы, хромобот могу поставить, да вот, знаете, хромобот. За 2 часа так было сложно починиться, понимаю. Ну, видишь, я с хупером пошел, типа, сферы у меня замутят, я грудь себе скрафчу. Это, заходи в видео Мэг Итнести, за 200 гп тебе сделают грудь. Угу. А намажут ее? Масло. Так. Классно смотрелось. Ну, смотря кому ты отсосешь, ну как бы могут и намазать. Вот так вот, да? Бля, ну, интересное предложение. А, ну, ГМ? Нет. Что, ГМ? ГМ женщина, так что как бы. А, ну все, нахуй. Я, короче, с Таиланда. С Таиланда. Татарочка такая, восточная. Я, короче, очки пилота, нахуй, водолазные ласты одену, нахуй. Ладно, все, после, все, это как время падежа закончилось, готовность. РДТ, полукругом встаньте, пожалуйста. Надеюсь, сопрот все выпили, сейчас мы посмотрим. По поводу ролла можешь сказать сюда, войс, написать, блядь. Блядь, я сейчас стесняюсь. Я на Афлика ролю, нахуй. Ну, да. Я помню, ты на сову ролил, так что не страшно. Так то я в предыдущем на себе ролил. А в этом чем? Тоже на сову, ну просто доебался. Ну ладно. Чтобы потом не было пиздежа, поставьте, пожалуйста, дживс, я возьму сапрот. Пацаны, есть у кого-то дживс? Дживс, робот такой летает. А кто хочет сапрот? ДК хочет сапрот. Какой? Роуликс. Шо, блядь. В самом надо, центре пока стою. Пока запускается шарманка, там ругается. Иди поставил он в центре. Файтинг, значит так, смотрите, доктор килл у нас танчит огненную, файтинг танчит... Благодарю. Да. Нихуя не слышно, пиздят надо. Так, ребятушки, все, хорош пиздец, реально, вон там жив стоит, возьмите там кому еще надо. ...серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Малишин пиздобол его. Я видел и более достойных. Я тоже. Не возможно. Ты напрасно тратишь наше время. Так, на пол, значит, квадратик. Саур сосредоточен. Саурон от огня поставили? Поставили. Так, доктор Килл. Истерию пороги дашь, когда скажешь? 3, 2, 1. Я с пола тебя уже дам. Не надо. Потом на втыкании второй раз. Нужно давать, когда надо давать. Замалишин, ты что там, блядь? Ютуб не досмотрел. Знаете, как бомжу? Это припад. Это блипас. Кто дал бы? Как ты? Малиш, вставай. Что, спишь? Альтап, нажми. Пора тебе. Сейчас Нобль какой-нибудь там бит. Демолиша, давай, дали бы. Давайте, пацаны, увешаем побольше. Тыкаем свои кнопочки. Декашки тоже. Суета, лужа, огонь. Вот не было бы на ССП, умер бы в огне, шлюха, портовый. Давайте, больше ауе, пацаны. Эдрик, ну шанс у вас просто вообще изи-бризи, дамаг не пропусти. ДК огненный или кислотный? ДК огненного. Огненная, получается, выходит, ты ее отводишь, чтобы лужа не срала в мина. Кислотная из-под земли вылазит. Шаман, ты у нас единственный шаман, да? Ты, значит, у нас темп поставишь, всю природу прям сейчас, нажмешь героизм, когда вылезет.
На пол кого? В пещен. 5, 4, 3, 2, 1. Вот, вылезла, давай, героин. ДД раньше наберись. Чтоб не плевалось. Бегать не надо. Там задушку дыкает. Зеленочку. Воин, красавчик, красота. Андер не стак. Просто отцы им обидятся. Пробегись, разморозь, чтобы. Давай, давай, вон там вдоль они стоят. Зелененькие такие чувачки. Вот их надо это погреть немножко, пожарить. А я нахуй. Не? Ты бесполезно. Смысл? Да, слетел, не успел всех. Так, смотрите, этот, сейчас добиваем кислотную, значит. Сейчас будет лучше. Смотрите внимательно. РДД раньше наберите. Плюни через 5. Прям все наберите. Милики желательно выбрать. Сейчас плюнет, потом начнет. Во-во-во-во, ко мне подбежи. Вот не разбежать, плюнуло троих. Приз свет хил, во, красавчик. Тут фишка-то в чем? Просто на секунду разбежаться и все, ебать. Мы все выполнили. Давайте, бьем красную. Там у тебя уже это хотелось стереть. Когда заряжай, дека, где-то. Истерия тебе на этом, на ткани дам второй. Сейчас делай, там опять закрыть на ткани. Okay. Отводи лужу там, лужа, лужа, отводи. Сейчас обрывать будет. Источник перед лицом. Рвота пошла. Сейчас опять лужу скоро будет. Куда она копает? Сейчас она вылезет, пацаны, опять будет плеваться. Так что заранее уже, вот смотрите, где дымок, да, возле дымка, там раньше вы наберите позиции, возьмите свои. Сейчас скоро плевать. Надеюсь, не в нас. В нас. Бегите в разницу. Ну, видите, большинство выжило. Надо было еще сейф нажать. Ну, там как повезет. Кто знает, тут жмет сейф и не знает. Не знает, тут не знает. На пол ДКшку, доктор Фил. Отлетаем под этот, по 4 орды. Холи паладин там это. Просто возьми себе. Еще дашь мастер. На сторону орды улетаем? Да, 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 все верно. Мы же за орду играем, правильно? В смысле? Ну, значит, это. Тотем убирается. За забор, нахуй. В канаву, блядь, в канаву. Тотемы уберите, пацаны, чтобы не стояли, вон там, видишь, там стоят, нет, нормально. Нормально, жал череду, пошла в них. Бич. Вот задувает, мастер, надо нажать, чтобы не задуло. Кто под сопротами, вообще нормально, видите, не убивает, абсолютно не убивает. Так, БР зря отдавали, пацаны. Говорил уже, БР отдавали. Вот. Врезался в кого? Хилов и так мало. Хилов и так, блядь. А, нет, 4 у нас.
Исхан, убери свой свинья. Входник, бесписанный, ты же у нас это. Да. Я, блядь, прослакал, да. Все, сори. Прохиливаем, пацаны. Дерево захилится. Давай, в сторону орды отлетаем. Сейчас стерильность откатилась. Да, откатился. Хуя в меня летит. От утверждения это вопрос. Хуя там обезьяны полетели, но. Хупер, ты где их набрал? Летучишь? О. В стране особо. Ты помнишь, что там были летучие обезьяны? Помню. Я ж там был, блядь, среди них. Шо? Ты не бывает, блядь. Ну да, шо. Еще Ханка. Ханка, лови это за собой, пожалуйста. На. Пацаны, смотри. Ключевой момент. Текущая механика этого мека врезается во все, что можно. Даже в гвозди, торчащие из пола. Так что будьте внимательны. Это тоже как бы это считали. Вообще ГП нахуй получите. Ну в ПТ же в моего не врезался же он. Ну, мало ли. Давайте, последнее врезание. Смотрим внимательно. Бежит очень далеко. Спасибо тебе, друг любезный. Никогда я что я сделал? Он прыгнул. Я стоял прямо в нем, он прямо в меня прыгнул. Что я могу сделать ему? Это виноват, на кого побежали. Он отлетел. Пукнуть в лицо, что ли? Нихуя наезды, блядь, в лицо пукать собрались. Двух ног поебал. Вот сейчас вот так вот двух ног надо будет пиздить големов. Вот прям ключевой момент, хуярить големов. Убиваем големов все вместе, прям. Дружненько наебашим и все, и босс умрет. Найти. Че ебать пиздец? Полина, куда ты бежишь, который хуливый? Прямо побежал. Прям под босса бежал. Да, я увидел. Блять, и под машину прыгают, ладно. Бегите в стол, блять, вдоль стены. Куда вы побежали? Вдоль какой стены? Да не важно, куда тебя откинул, так и беги. Ладно. Так, пацаны. Бабки, смотрите. Давайте, ролим, кому денег надо, тут ролит. Зимита, больше всех денег. Ты серьезно, нахуй? Ну, беспонтовый врец, он даже 5000. Супер, блядь. Где кнопка ролла-то? Куда ее делала? Так, где Миту? Спойно. Спойно. На нахуй, сука. Ладно. Мак, дай, пожалуйста, стол. Мак, стол, блядь. Да как хули, блядь? Наручи. Спасибо. А куда кнопку ролла-то хупер дел? Сотку, ебать, всем тайма. Здравствуйте. Даже можно не пытаться. Все он тайм. Хуевший, блядь. Вар какой-то нахуй. Ну так, этим. Трофейщик. О, плащик дал, заебись, блядь. Я ролю трофей, нахуй. Бля, я вот этот декаут, я его, короче, уже не перевариваю. Зими, ты опять пиздил, да ну нахуй. Да пиздец, блядь, просто обул меня. Что надо, говоришь, Слав? Бля, красавчик, нахуй. А вот теперь я тебя обожаю. Блядь, ну я, наверное, его паролил бы, нахуй. Слав, я не знаю. Кемерка, там еще может кожаный выпасть, так что не спеши, бать, вперед лошадей. Я ролю хупер, кидаю, нахуй. Кидаю всех на лут, нахуй. А плащ еще он ролл или что с ним? Ну, плащ БУЕ, там написано. А, все, да. Бинс, он и квип, и бать, вся хурма. Так, вот, значит, демолишн. Поздравляю. Выучил гайд, посмотрел, красавчик с рулем. Группа 2.
Лок. Так, и этот, как он, получается, ноу-спект, а не ноу-спект, у нас полидин там. Пароль там, полидин тебе надо? Да, у него там 10. Пойдем, тогда забирай. Ну, я нахуй. Так, файтинг, у тебя там есть бичевский щит в комплекте там с собой? А, у меня есть, кстати, я тебе выдумал поносить, вот, на чемпиона. Так, давайте, готовность и поехали. Так, РДД, РДД, встаньте подальше. Димита, ты у нас ответственный за каст, значит. Вот конец вбиваем. Доктор Килл тоже вбиваешь, вот конец каста. Хорошо, ты не сможешь, Доктор Килл, ты вбиваешь. Файтинг, у тебя доспех есть? Желательно, чтобы кто-нибудь еще помогал, потому что иногда миссует. Хорошо, значит, у нас есть этот, ДК, короче, Мунтанга, братан, вот, ты у нас Фрост, так что тебе похуй, дым под конец коста сбивай, вот так. У нас есть Витя Матанга. Все под конец, короче, нажимайте под конец коста, в 0-1, блядь, как в PvP, только в конце. Призовет вашего нового противника, готовьтесь к бою. РДД, встаньте подальше. Маги, стаки прям не забываем. Появляется вулкан, ждем, пока появятся стаки. Снимаем стаки, потом свечимся големов, разъебываем по стакам. Големов убили, опять стаки появятся, опять снимаем стаки. Все, на этом заканчивается вся история. Крест бежим, череп хилим. Ауру от огня поставьте, когда вылезут эти куча големов, вот, когда они начнут костить, когда рейд начнет просаживаться, тыкните мастер. Шмилик, блядь, стою в РДД. ДК, скажу, когда из серии. Хорошо. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Самое главное, пацаны, это снять стаки и нахуярить големов. Но когда милики пиздятся с големами, нажимают личные сейвы сначала, а потом идут пиздиться. Кончили сейвы, отошли. РДД их захуячит, блядь. РДД... Тоже так же, если возле вас стоит голем, лучше отбегите на 14 метров, у них радиус атаки. Потом пиздите их дальше. У нас 4 хила, так что это. Нужно быть аккуратнее. На пол подрать. 5, 4, 3, 2, 1. Че, потом маги груй пойдем? Да. Под конец, это значит под конец, а не под середину. Давайте еще два сандера, пацаны. Скиньтесь по одному. Вот так под конец. Крест беги, сюда прижу. Давай, ДК, заряжай. ДК, давай. Что ты сказал за... Крест, беги. Так, инферналы приготовь. Пацаны, все пиздят инферналы. Абсолютно все, кроме маги. Маги сначала стаки снимают. А потом пиздят. Стаки снимают маги. Красавчик, мгновенно снять. Смотрим инферналы, пиздятся их. Давайте, пацаны, хуярим. Инферналов. Рауру ждали? Здесь ждали. Вон там еще там бегает. Ой, просто на пиздель красавчик. Последний. Вот, все, вот так вот умирает босс. Просто пиздец инфернал. Череп захиливаем, Роблекса. Во-вторых, дадим героизм и захуляем. Хэтчер закинем.
Хас 01, идеально. Сэм тайм, беги. Сэм тайм чуть-чуть насрал. Внимательно, пози чуть босс. Если он будет ставить големов, это будет хуёво. Он по правую руку, а не по левую руку ставит. Крест беги, крест беги, крест беги, сука, долбоящер, блядь. Отведи, отведи, отведи. Самый добрый реал. Давайте, големчики появляются сейчас. Грейз даем, пиздим их нахуй, с двух ног и рук. Просто ебашим. Нас тебе. Милики, что ты говорил, личные сейвы ты? РДД, убейте всем инферна... Далеке. Истерию? Да. Давайте, РДД, забейте вон того дубая. Ну, почти хорошо, но не очень хорошо. Очень долго свечивает. Давай, забиваем босс. Пора Славика обгонять. Стайки снимите. Только чё, думал уже дисканул. Давайте забивай. Трофейчик. И теперь вас ждет новый противник. Трофейчик. Где кнопка Ролана? Вот. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов. Шо, блядь. На Орды? 10. Альянсу не нужна. Так, Лаовай. Лаовай, группу Ван. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир Зимит, продолжается. Зимит, со своими там этими маневрами, ебать. Маневрируй сам. Танковские, танковские штаны, пацаны. Докторки. Платье пояс. Бля, Динамита походу под доктора. Гранеролы, бля. Выигрывают, выигрывают. Нет, Xeon Time все-таки сильнее. Вы меня слышно, нет? Да, да. Так, и танковский плащ, пацаны. Файтинг продаж? Нет. Yeah. Так, группа 4.
все, пацаны, раздал. Давайте по 4 орды встаем, запускаем, смотрим и убиваем. Ничего сложного нет в этом боссе. Главное грипнуть по-пацански. Сдохнуть как суки. Ну, не сдохнуть как суки, да. Фобос у нас профессиональный хвоеполидин, он там сделает все как надо. Если что, там ему там другие входы покидают издалека, если без. Какой-нибудь там сами договоритесь, кто больше в себя верит. Так, файтинг, вот тебе в аренду щит. Потом отдашь, потому что мы бросаем вызов орде. Ты его одеваешь, всех все на тебя агрессы, когда будешь щит слушать, тебе пизда ебать. Оденься его нормально. Так поначалу свои дефы давай. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Зарду! Нахуя стрёмный щит, чтобы они побежали все на танки без фантового. Итак, что мы имеем? Кого мы имеем? Ну, очевидно, мы будем фанта иметь. Вон он там. Танки заходят, значит, стороны входа вы. Мы идем, соответственно, туда он, где босс выходит. Давайте двигаемся. Чтобы они все сидели на нем, понимаешь? Они будут все на нем сидеть, мы не будем обламываться. Так, Вилана Холипал. Значит, Хантер, у тебя тут ключевая задача. Ключевая. Вот кого мы бьем, в того ты стреляешь аймшот постоянно, чтобы на нем баффет висел стопы. Конечно, конечно. Конечно, да, ебать. Прицельный всегда на нем, я в ротацию, все, успокойся, конечно. Успокойся, на этом закончим. Каткил лей, главное, там. Так, Сирис, она, скорее всего, туда убежит. Вот, поставлю на нее трусы, это будет третья цель. Вот, маг будет здесь, а с магом будем пиздиться. Контроль сил. У нас есть там три приста у нас, пацаны. Значит, первый маскфит дает суета, второй воин спирит, и третий свит хелл. Воины то же самое, там это, после пристов там тоже тыкаете. А у Еферы это вообще крутая фишка, пацаны. Вот, также хант кидает, если милики прибегают, хаток под нас. Вот, соответственно, дальше. Демита, если что, возьмет на себя разбойника, будет кайсить его. Ролекс, значит, ДКшника. Сова, которая катаблипас, вихрю сову, она достаточно больно бьет. Вот. Воин бесполезный, можно его не трогать. Сам развлекается. Все, давайте. Череп потом трусы? Нет, череп потом, если подойдет сюда крест, будем крест бить. Если подойдут трусы, будут трусы бить. Что будет ближе, то и будем бить. Так, первым тянет Демита, значит, второй Ролекс включает ледяную стойку и притягивает. Стойте, все, давайте, готовность и поедем. Геру как притянут? Ну, там Геру, кстати, откатилась. Нет, 3 минуты, пацаны, надо подождать сейчас. Сейчас подождем чуть-чуть, потому что они стоят удачно, хорошо, достаточно. Давайте, 3 минуты, 2 минуты ждем. Сейчас перекурчик, 2 минуты поставлю. Чё, перекур? Героизм, дебаф, братан. Нам нужно... ну пойду дуну, чё, да, можно? Правильно. Один парень как раз успеешь пустить. Пищенька. Сейчас сова будет, нахуй. Моя сова. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих... Ставлю рыбу. Мы бросаем вызов орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. А, прям отожмись как следует, говорю. Во имя вашего короля. Да, как только врываешься, я на него СС на протопала кинул. О, все, сам. Так, значит, турожок твой там лок. Друид. Я его буду еще рот наоборот. Так, значит, заходим мы со стороны входа в инст. Вот, танк, соответственно, другой стороны. ДК танк, который ты грибнешь себе разбойницу.
Ну, череп и кресло, да. Маг тоже туда, скорее всего, убежит. Давайте, готовность. Энха потом заберут милики, там, контроллер сдадим. Надеюсь, Энха сядет на паладина с фантомом щитом. Если нет, то будет видно ситуация. Что там, Гера откатилась? Да он с понтовым щитом, а не с беспонтовым. Ну, походу, с беспонтовым он это... слишком слабый. Еще Гир. Сейчас, подождите. С нормальным щитом. Рогу выберу, блядь, куда она пропала. А, все, все. Пошел? Ага. Гера спула? Да, все, как притянут, то же самое. Все то же самое, ребята, вот, только надеемся, что выживет платье. Вот, давайте, готовность, поехали. Маги, старайтесь их целовать, там вот, варлок к началу и мага с ним будет, это критически важно. Все, все готовы, давай там, открывайся. Все, давайте, ханда потянули. Чуть-чуть. Герои. Хан сразу поток разлеет. Ваншот им двух ног. Анна. Давайте все здесь. Файтинг, держи. Живи. Нормально. ДКшку сложил. Сражение. Нузл чрать так. Им всем пизда ебать. Понятно. Значит, нам нужно выделить это. Там сейчас все сюда прибегут. ДКшники, убирайте 7 миликов по одному. Убирайте попу, укосите. Косите. Бьем мага. Кать, вара, проба. Забирайте, ДКшники себе по мопчику и бегайте с ним. Куржим мага. Раньше рогу по 15 секунд. ДКшники, гриппинцы рогу, увидите. Ключевые моменты, рога и ДК. Два штуки. Я вара вытащил, постараюсь вытащить ДК. Вара, не надо трогать, блядь, чем я тебе говорил, алёса. Ключевые таргеты. ДК и разбойник. Вар не бьет. Убиваем локоть включим. Вон, Сириса, крест. Пускаем кресты. Пуржим Сирису. Крест пуржим. Ребят, мне нужен диспел. Димита, диспел. Придиспелься, Димита, кресты. Это вообще догонят, любит. Потом нас выберут. Давайте, больше ДПС, куржим Сирис. Отлично, куржим. Сирис убьем, все будет. Каз. Милики, убегайте. Расцели ходок, вот где петы бегают, эти спиннеры. Давайте, прожимаем больше. Зачем вы сюда идете, ребят? Оттяните назад, крест, пожалуйста. У кого-то не свесит. Тяну, нету, то просто отбегите. Мак, назад, просто. Ну, вы пришли на середину, все, блядь, да к вам идет. Ну, тут так получилось сюда. Там, ладно, сейчас смотрим, вижу, кто тут есть. Вон, Шабат бегает, Иисус, блядь, его пьет. Милики, вары, с Шабаду по ПД. Вот они, мастеры, красавчики, пацаны. ПВП уровень 1000. Ты видишь, что такое значит? Давай, там, дезармы, воины, давайте. Давайте, да, пушку нажимаем и убиваем. Без танков, просто убили танков. Танки, хватит.
Шокул, шокул не бьет, его можно вообще не бьет, он там еле-еле тыкает раз в полгода, ебать. Он бесполезный. Танчу, танчу. Мас дискл нажмите. Следующий, давай посмотрим, кто поближе. Можно, короче, Вилану, наверное. У него большие хилки. Хуже Вилану. Самое главное, свет небес будет. Свет небес сильно выкинул. Готовься там этот бабл снимать. Пока черновато через это. Через процент 15-20 даст. Дерево там красавчик отдыхает, да, сторон. Давайте пуржим, пуржим кота. Давайте приста напили. Я надеюсь, там на танка что-нибудь выпадет. Да. Бодо сейчас тринкет упадет. Дисполь слав с меня. Да, масс диспол, пацаны, не забываем. Они под герой нас. Блин, бля, они все толпой на нас висели, вы одного вытянули, остальные все на нас были. Ну, вы выиграли время, да, выиграли. Разбайтили на танк. Давайте пробуем. Бьем. Все, давай, можешь рогу не трогать, давай. Роги там он даем. Лизарм дал. Лизарм кончится и выйдет. Рога всегда на рог агрессор. Всегда вот, кто бы не был, хоть тысячу тряпок будет от него стоять, он будет рогу блять. Все, у меня больше нету сейвов, убегаю. Давайте мы сейчас с деревом разберемся. Там делать-то нечего, задыхаешься, как серьезно. Гриф, если убегать сюда. Ну, очень простая задача. Вот, допустим, капалом захилить, он тут понял, это достаточно сложно, не умереть. Давайте, тяните, кого хотите. Ну, гад, там грифнемся. Отлично. Да, вар, слыша, охуенно. Я думаю, все вары на БГ мечтают об этом. У него интервал между атаками получается. Вот он один раз ударил, секунд 5 назад. И все, и дальше думает, блядь, да мать.
Так, он на 50% доставит, а это достанет. Это дезаминишн констант. Все, пацаны, красавчики, все сделали. Почти все выжили. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Ну, увы. Еще, кроме... Но башмаки, кстати, заебатывают. Глупости пали великие воины. Смысле на дерево. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Графичек. Фобус, бесыш, группу 5. Полиполидзин это... Нам надо фобус, не? Это латы, брат. Фобус-то не надо? Тогда на успех, пацаны. На успех паладина никому не надо, если не надо, я вам... Да вон один отписался. Я Ку, значит, отдам. Так, и тапочка. Ну тапочка, заебайся. Вот, рожок, и бай. Не очень изучен. А чё за хуйня у меня с роллами? Кто нахуй меня читерит, блядь? Да зими ты спиздил всю удачу, блядь. Обоссы его. Это пиздец, блядь. Просто нахуй роллы, блядь. Ниже полтинника, что на маге, блядь, что на локе ебучем.